Отделение тяжелой атлетики Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва работает практически с дня основания этого учреждения образования. И каждый год тренерский тандем Николай Воронович Марат Едиханов готовит для национальной команды достойный резерв в ближайшую смену наших ведущих мастеров отечественной тяжелой атлетики. На прошлой неделе с 18 по 23 февраля в городе Борисове проходил Кубок страны среди мужчин и женщин, а также одновременно с Кубком первенство страны среди молодежи до 23 лет. Также и юноши, и девушки до 23 лет. Ну, приятно отметить, что спортсмены нашего училища в количестве 7 человек участвовали. Практически все завоевали медали и на Кубке страны, и на первенстве до 23 лет. В отдельных упражнениях воспитанники Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва было завоевано около 4 десятков медалей. Первое место в программе молодежного первенства и Кубка страны завоевали Диана Минкова и Егор Попов, который в свои 17 лет выполнил норматив «Мастер спорта Республики Беларусь». Занимаюсь я тяжелой атлетикой уже как 6 лет, 7. Добился я уже «Мастер спорта», выполнил неделю назад. Ну, мне нравится этот вид спорта. Мне позволило стать мастером спорта это Кубок Республики Беларусь, это был неделю назад. Я поднял в сумме 203 килограмма, 91 в рывке и 112 в толчке. Третье место на Кубке страны и первое в программе молодежного первенства завоевал Игорь Лоско, который в начале апреля в Батуми будет защищать честь нашей страны на чемпионате Европы. Мастером спорта, кроме Попова, по итогам Кубка Беларуси стал и Сергей Флерко, завоевавший на Кубке второе место наряду с Любовью Демидовой, Маргаритой Лещенко и Екатериной Андрейковец. Я выступила достаточно неплохо, улучшила свой результат. Я выступала в 87-й категории, до 23 и выше 23, подняла в сумме 183 килограмма, это рывок 77, толчок 106, и заняла второе место по девушкам и женщинам. Поздравив наших спортсменов и спортсменок, добавим, что кроме наставников училища Олимпийского резерва, большой вклад в подготовку новоявленных мастеров спорта Флерко и Попова внесли их первые тренеры Олег Федорович Хмельницкий и Александр Васильевич Лещинский, за что им честь и хвала.